жены, матери, дети, отцы, морячки. Если в океане ЧП, город места себе не находит. Надо было мне самому на судоремонтный. Почему? Молод еще Самарин. Что же не скажешь, о чем ты там с Трояном толковал? Троян перед выходом в океан просил меня дать ему слово. Чего ж просил? Доверить ему последнее решение. Крайком для него просто помеха. Ты, я. Николай Леонидович, вы же умный человек. Неужели вы не понимаете? Нет, не понимаю. Мы живем среди взрослых людей. Они хотят прожить свою жизнь. Свою. А не ту, которую за них решают. Вот и рвется всегда поэтому русский человек на самое рисковое дело, потому что он видит здесь свою власть над судьбой, над стихией. Ты что, не весело так говоришь, а? Да, вроде бы радоваться нужно, человек просит самостоятельности. А ты не радуешься вовсе, как будто забыть этот разговор хочешь. Значит, я тоже недалеко ушел. Как это без меня? Да ты же действительно недалеко ушел. Мы же с тобой из одного корня. Одними годами вылеплены, выкованы, отчеканены. Ты думаешь, если ты там доктор наук, три языка, знаешь, меняет это многое. Мы рекомендовали ему дать СОС. Он отказался. Значит, он, Троян, пред всеми в ответе, перед людьми, перед пленумом. Нет, но это же я его просил держаться. Да не было этого. Не было. Не видел никто. А Литошинский? Да, что Литошинский? Думаешь, даром он у нас тут 13 лет околачивается. В каждом крайкоме свой критикан должен быть. По штату полагается. Это вы серьезно? Про Литошинского? Нет, про меня. Жизнь положу, а не дам на крайком повесить такое. Но... Да никаких «но». Мы рекомендовали. Он отказался. Ну, ты меня понимаешь? Понимаю. У тебя вообще приступ был. Вот это все видели. С другими первыми легче было, да? Ну, с каждым по-разному. Только они перед покоем с больших высот сюда приходили, а ты, наоборот, вперед и выше. Они вам многое доверяли? Славные были старики. Невздорные. Ну, теперь ж я сам старик. Свечусь, наверное, много. Сейчас московские дела нахлынут. Там интересные дела ждут. Со мной в Москву не хотели бы? Кем же мне там работать? Старшим вахтером? Бороду отрастил, да двери растворяй. Нет. Вот, порт сдадим. Без оборудования сдача отложится.
Да тебе чего уж об этом тревожиться? Сейчас московские дела нахлынут. Да, а насчет ордена, Михаил Иванович, ты не тревожься, я все бумаги подготовил. Старый конь, как говорится, борозды не испортит. Значит, правда. Очень ждете, когда я уберусь отсюда. Не я один. Нет, ну, вы о себе говорите. Все сказал. Николай Леонидович, это я просил Трояна держаться. Это я просил его спасти корабль, спасти груз, спасти свою честь, спасти мою дочь, самим спастись без иностранцев. Может быть, и себя спасти? Может быть. Вовремя о себе беспокоитесь. Отвечать придется. Это у вас уже давно, Николай Леонидович, напугать человека, вселить в него ужас? Нет. Нет, не ужас, а уверенность, что обязан подчиняться, что не пуп земли. И что только вам он обязан подчиняться. Этой вашей якобы самостоятельности, распущенности, я вам вовек не прощу. Каленым железом буду выжигать, пока меня отсюда вперед ногами не вынесут. Издавна в России так повелось, еще когда дружина князя выбирала, а выбрав, говорила, вот теперь ты князь, а мы рабы твои. Ну, это далеко заглядываетесь. Да, так в старину было, так всегда будет. Вы все хотите людей изменить, а они как стадо, без вожака никуда. Николай Леонидович, скажите, а что же для вас все изменения, которые сейчас произошли в жизни, в партии? Что же это? Тьфу! Игра пресыщенного ума, интеллигенщина? Ну, если откровенно, то да. Не на пользу все было. Разоблачить-то кого угодно можно, а до чего докатились? Вон Троян шпану в порту собирает, а мы чуть ли не слезы льем от умиления. Они, видите ли, людьми станут. А что же вы, Николай Леонидович, до 70 лет дожили и не поняли, что человек не всегда сам виноват, если его жизнь не задалась? Кто же виноват? Мы, что ли? И мы. Ведь человек, он нынче ищет себя до 30 лет. Он оглядывается, осматривается, лучше ли он других, хуже ли, где его место и вообще, в чем смысл его жизни. А недолго ли до 30-то? Ну, а работать он когда начнет? Ну, вы хотите, чтобы новый человек рождался сразу, как в инкубаторе, причем какой нам нужен? Не слишком ли мы добренькими стали? Это Троян добренький, который там с ними в океане. И погибнет. Не погибнет. Но зато ребята его, они этот шторм запомнят на всю жизнь, как второе рождение. А если все-таки, недорого ли нам такое перевоспитание встанет? Долги приходится платить. Какие долги? Ну, тех из трояновских ребят, возможно, кто-то обидел. Может быть, и вы, а может, и я. Угу.
А они, значит, такие цветки жизни увяли на корню. А совесть у них должна быть, они мужиками родились или размазнёй? Они детьми родились. А вот какими они стали, какими руками их подняли, накормили, воспитали, дали цель, смысл, за это мы с вами в ответе. Вот, видите, какая ответственность на наших плечах лежит. Ну, вроде и раньше так было, и без инкубаторов. Было, потому что так должно быть. Но сильных что-то меньше стало, а? Таких, как нам нужно. Что ж, нам только одни сильные нужны? По-вашему, нужно делить людей на сильных и слабых? Да, да, нужно, нужно, пора уже. Слабых-то куда, Николай Леонидович? Туда, что ли? Ну, почему вы молчите? Ну, говорите. Можно было бы решить и это. Я надеюсь, вы понимаете, кто вы такой? Да, я о себе в 100 раз определённее скажу. Я цепной пёс края. И вы уверены, что край нуждается в вас? Нуждается, конечно. Это такой же труд, как труд землекопа, извините, осенизатора, моряка. Я вот уж 40 лет ем чёрный хлеб партии. Без таких, как я, не было бы ничего. Ни тебя, ни меня, ни советской власти. А где моё место? В Москве. Вас сейчас туда направляют. Только не забывайте, что пока ещё вы на учёте в нашей партийной организации. Вы уже что-то знаете, да? Что-что? Вы что-то знаете уже, да? Вы не волнуетесь, а то опять? Что опять? Таблетки-то ваши где? Пожалуйста, позовите всех сюда, а сами без доклада не входите. Подремонтировать вам себе надо, Михаил Иванович. Сейчас медицина большие успехи делает. Это мое дело. А то их можно провести через бюро крайкома. Николай Леонидович, я прикажу ваш телефон отсоединить от Москвы. Вы свободны. С этой минуты с Москвой из крайкома должен только я один говорить. Поздно. Серебренников уже говорил перед тем, как прийти к вам. Ваши окна, Михаил Иванович, весь город, кажется, смотрит. Вся площадь полна народу. А погодка, ой-ой-ой.
Я вам сейчас не нужен? Пока нет. Если Москва будет вызывать, да. Я доложу. Хорошо. Так, товарищи, к столу прошу, пожалуйста. Всех прошу к столу. Павел Степанович, давай садись-ка тоже к столу. Нечего там в окно пялиться. Я-то сяду. Чему только это поможет. Михаил Иванович, ты начнешь или лучше я? Ну, давай тогда я. Так, товарищи, дело печальное, но ясное. Была возможность спасти людей и корабль любыми средствами. Это должна была нам продиктовать наша совесть, совесть коммунистов. Сейчас Троян наша совесть и вся его команда до последнего человека. Да. Тем не менее, мы этого не сделали. Кто-то должен за это ответить. А вот кто должны решать мы здесь, сейчас, чтобы завтра выйти на пленум с единым мнением. Николай Леонидович, неужели все? Рура, ты же моряк. Что ты скажешь? Что я могу сказать? Теоретически... Теоретизировали мы сегодня много. Слишком много. Павел Степанович, не смотри на меня, как испуганная овечка. Отвечать-то надо? Да, надо. Ну, кворума же нет. Ой, что я говорю? Если мы не спросим, спросят с нас. Так что вопрос, по-видимому, ясен. Товарищ Шахматов подмял бюро, подмял коллективное мнение. Его волюнтаристские решения привели к тому, что Челюскинец гибнет в океане, в шторм, а мы уже ничего не можем поделать. Будем ждать. А вот ждать мы как раз и не будем. Что-то вопрос-то серьезный. А когда нас люди спросят, все ли мы сделали для спасения Челюскинца, мы что ответим? Что ничего не сделали? А чему это поможет? Товарищи, завтра пленум я предлагаю определить наше отношение к трагедии. Но трагедии пока еще нет. Мы не страусы, чтобы прятать голову в песок. Что вы все каркаете? А Герман Александрович, вам надо вести себя тише воды, ниже травы. Есть еще одно обстоятельство, товарищ. Какое обстоятельство? Михаил Иванович не хочет до утра разговаривать с Москвой, а она тревожится, запрашивает. А что мы можем сообщить нового? Москва к утру ждет нашего отношения к событиям. Может быть, не во всех подробностях, но я доложил о наших разногласиях. Успел. Тебе бы лишь бы первому доложить. Мы должны сказать людям, кто виноват в гибели Челюскинца. Но ведь виноват-то не кто-нибудь один. Да виноват и шторм, стихия, океан. Запомните, утонуть можно и в пруду. Это знает каждый моряк. И
Я не понимаю, почему задан такой тон. Мы же все деловые люди. Но бывают ошибки, стечения обстоятельств. План, героизм, недостатки, конкретные задачи. Это же все наша жизнь, со всем хорошим и плохим. Так почему же надо выпячивать одно и закрывать глаза на другое? Да, вот героизм – это хорошо, когда мы его спрашиваем с других. А вот мне бы хотелось посмотреть, хватит ли у Михаила Ивановича сил признать, что он был неправ. А, Михаил Иванович? Я давно не прав, Николай Леонидович. А вот, продолжай. Что ж ты замолчал? Я не прав с того самого первого дня, когда согласился оставить тебя в крайкоме. Михаил Иванович, ну зачем? Зачем же уж так-то? Другим первым секретарям я вроде бы не мешал. Михаил Иванович, так что ж ты, значит, на меня с первого дня нож точишь? Я не умею точить ножи. К сожалению, Николай Леонидович, вы не тот человек, которого можно убедить, которому можно доказать, ну или на худой конец, которого можно растрогать. Ты же мужик! Что же ты мне говоришь сейчас жалостливые слова? Тебе партии, народом доверена такая власть, такой край четырем Франциям равняется, а ты какого-то Серебренникова на слезу хочешь поймать. Да я бы на твоем месте. Нельзя вам быть на моем месте. Нельзя. Да мне в Москве все равно больше веры. Да, на Серебренникове край держится. Часто это слышим. Да. Слава богу, не только на нем. Мы уж знаем, что на тебе держится. Нельзя, не соответствует. Вот весь твой устав. Ты знаешь, кто ты? Иезуит. Тебе бы лишь бы не пущать, лишь бы ничего не менялось. И как ты 5 лет шахмат вот выдержал? Выдержал, Павлуша, выдержал. Я, Павлуша, еще не то выдержу. Нужен был такой Шахматов для края. Полезен был какое-то время. Если б не я, вы все тут красные знамена порастеряли бы, весь край по ведомствам бы растащили. Ну ты поосторожней, Леонтич. Может быть, Михаил Иванович таких, как ты, не видел, а меня, старого кержака, своими фокусами не проймешь. Я из советской власти растаскивать край никому не позволю. Сколько раз ты обещал в Москве увеличить добычу олова, серебра, главного богатства края? Какие-то нам розовые перспективы сплит. И что, у тебя это прошло? Нет, не прошло и не пройдет, пока мы здесь, пока здесь советская власть. Сам знаешь, оборонные нужды страны. Они у вас всегда почему-то оборонные. Что вы сказали, Кирилл Александрович? Я сказал, что оборонные нужды страны есть сегодня, будут завтра. И, может быть, к сожалению, всегда. Неизвестно, когда наше олово будет нужней, сегодня или послезавтра. Ген Александрович, не лезьте в большую политику. Вы в ней профан. Может быть. Но экономика не служанка, она может отомстить. И у Ленина... Как прижало, так за Ленина схватился. А почему вы думаете, что это только ваша прерогатива? Не моя, партии! Я в партию вступил в Ленинграде, в блокаду.
И в ту голодную, холодную зиму я читал Ленина. Может быть, я и жив только благодаря ему. Значит, по-твоему, мы не по-хозяйски ведем дело? Невозможно, чтоб сюда люди только за длинным рублем ездили. Да, разве это дело, что люди, возвращаясь на берег, до утра деньги в ресторане пропивают? Не до утра рестораны работают. Ну, не до утра, до 3 часов. Ну, о чем ты говоришь, при чем здесь рестораны? Герман Александрович прав. Сегодня каждый человек в крае должен понять, что он нужен здесь. Не только его руки, его труд, он сам, как личность, нужен. В этом же научный метод руководства. Если мы не поймем, что это не призыв, не кампания, не директива, а святая неумолимость, мы никуда не сдвинемся, никуда. Нельзя же только приказывать людям. Смешно, но это даже экономически невыгодно, неэффективно, бесполезно. Нужно вести с человеком откровенный мужской разговор. Что можешь ты, что я, что все вместе. И здесь вот, за этим столом, и там. Да я тоже за серьезный мужской разговор. О, как тебя заносит, Роман Шалович. Ну, что ты ему рот-то затыкаешь? Я терпеливый человек. Вы все это знаете. Но сколько труда мне стоит мое терпение? Я ведь южный человек. Я вам вот что скажу. Нельзя гнуть палку до бесконечности. Я счастливый, у меня все есть. Мне все завидуют. Дети есть, внуки. Они верят. Верят, что их отец честный человек. А я сам сейчас верю. Для человека главное в жизни, чтобы его уважали. Чтобы он сам себя уважал, а я сам себя не уважаю. Ну что я им скажу? Вы что думаете? Им нужны мои слезы, покаяние. Конкретно кто виноват? Им нужно, чтобы их сыновья, мужья вернулись домой живыми. Что бы я ни отдал, лишь бы они спаслись. Ну, а ты что молчишь, Ломова? Ты-то что думаешь? Я не думаю, я жду. Я тебя спросил, Ломова. А что я? Ну, что толку, если бы даже что и вякнуло? Ну, что смотрите, Николай Леонидович? Не узнаете? Ломова я, Ломова. Вот вы мне сегодня сказали, что многих таких, как я, за этим столом видели. Так вот, я другая. Фамилия моя от прадеда. Ломовой извозчик он был. И я на своем веку наломалась достаточно. Мне ведь мои 140% не за сидение здесь выводят, а за дело. А ты посиди в моей кабине на 40-й отметке в жару, когда глаза, глядишь, выжат, зимой, когда ветер баллов 6-7, а кран под тобой будто танцует. А я ведь баба, руки-то черт с ним. У бабы еще кое-что есть. Ты где находишься? Да я знаю, где нахожусь. Не забыла. А выбирали меня тоже не бездельники. А что я им, работягам нашим, завтра скажу? Что за твою спину опять спрячусь, Николай Леонидович? Крайком так решил. Так вот, ты еще не крайком. Ты просто Серебренников. Один из секретарей, который должен край слушать. И что мы говорим, выполнять. И перед людьми отчитываться и спрашивать, ладно ли я сделал, и что еще нужно. Вот я и хотел бы узнать, что тебе-то нужно. Мне нужно. Мне нужно, чтобы ты мне верил, уважал, понял, что я не хуже тебя, не глупее.
Ты что, думаешь, я не знаю, что ты на мой голос всегда рассчитываешь, когда надо кого-нибудь на место поставить, собрать большинство? Как же, голос народа? Ты ведь любого можешь по голове огреть. Вон Каштанов, Литошинский еще сопротивляются, не дают тебе разгуляться. А такие, как Роман Руруа, все готовы сделать, как говорится, чего изволите. Потому что знают, даже если что случится, вытянешь ты их, прикроешь, а они тебя. Вы же истина в последней инстанции. А теперь ты трояновской бедой хочешь и Шахматова в землю вогнать. Он ведь не понимает, на что ты способен. Он ведь по себе о людях судит, а какой он человек, даже ты понимаешь. Ну, есть же у тебя что-нибудь святое за душой. Ну, ты оглянись, где ты? Кто вокруг? Что, слабоумный, что ли? Только тогда я тебя вот что спрошу. Кто мир наш построит? Ты что, один? По своему подобию? Не нужен мне такой мир. Я свой хочу строить, и его, и Литошинского, и Ваньки Трояна, всех мир. А он у нас в душе начинается. Какая она, такое наше, и будущее будет вот об этом, подумай, о душах наших. И о своей тоже. Пора. Пора. Может быть, я однобок. Я люблю железки. С ними удобнее, они надежней. С людьми трудней. С вашим приходом, Михаил Иванович, стало легче дышать в крае. Перестали на людей вешать ярлыки. Критикан. Излишне самостоятельный. Неуправляемый. Ну, Михаил Иванович, тогда уж если верить человеку, то до конца. А то ведь как в старой армии фельдфебель скомандовал ать, а два сказать забыл, так и стоит солдат с поднятой ногой. Что-что? Шутка такая есть. А, ну да. Порт в 3 года, это, конечно, это красиво, это престижно, но мало, вы понимаете, это мало. Мало, мало. Это все домашние радости. Вообще, в этих кабинетах надо жить другими мерками. Ну, посмотрите, какой век за окнами. Что там решается? Быть или не быть человечеству? А мы с вами в каких-то элементарных вещах, как в 3 соснах, путаемся. Скажите, а что такое для нас человек? Орудие труда? А что такое для нас наша земля, природные богатства? Как мы этим всем пользуемся? Организация труда на каком уровне? Ведь стоило приложить малейшие усилия, и строительство порта, оно сразу рванулось вперед. Разве это было открытие? Да такими методами пользовались 20 лет назад. Скажите, вы действительно не видите, что мы живем вчерашним днем? А вы задумывались когда-нибудь, что Ленин за 5 лет советской власти 2 раза менял экономическую политику партии. От растерянности? Я не думаю.
Просто он ни на что не закрывал глаза. У него были глаза и сердце смелого человека. Настолько смелого, что он даже не боялся, если в этом была необходимость, остаться в меньшинстве и выступить против большинства и победить. И партия понимала его и шла за ним. Но до Ленина тебе, конечно, Михаил Иванович, далеко. Но бывает и хуже. Да нам нельзя хуже. Николай Леонидович, слушайте, я ведь... Я прекрасно знаю вам цену, понимаете? Вы, Николай Леонидович, человек идейный. Это точно, идейный. Мы вот не всегда. Хотя против ваших идей я буду биться до последнего. Вы думаете, что все наши недостатки, они в экономике, в строительстве, в неурожаях? Нет. Нет, нет. А в том, что мы с вами не всегда понимаем, на что способен человек. Ну, скажите мне, когда нас подводили наши люди? В войну, в разруху, на целине, в атомном подвиге? Да не было же этого. И вообще, откуда мы с вами знаем меру сил человека? Человек совершенен. Это наше представление о нем несовершенно. Поэтому если даже какой-то человек слаб, и его жизнь бессмысленна, так виноваты в этом мы. Мы. Потому что мы добровольно взяли на себя вести народ и называться самой передовой партией в мире. Есть возможность связаться с греческим траулером. Он в 40 километрах. Прикажете просить греков спасать Трояна? Ну что вы такое говорите? Вы подумайте. Просить греков спасать Трояна. Зато определено их местонахождение. Это хорошо. Михаил Иванович. Михаил Иванович, через грека можно связаться с Трояном. Михаил Иванович, может, все-таки приказать. А я знаю Трояна. Михаил Иванович, убросьте свою принципиальность. Там же люди гибнут. Но на корабле, как говорят англичане, капитан выше бога и королевы, и мы на том стоим. Неужели вы не понимаете? Если послать Трояну решение бюро крайкома, он его не сможет не выполнить. Потому что решение бюро, оно же не обсуждается настоящим коммунистом. Ну а зачем тогда весь этот героизм их? Как он своим ребятам в глаза после этого посмотрит? Да нет, ну так же можно разбить судьбу не только Трояна, всех 60. Может быть, все-таки проголосуем, товарищи? Прошу оставить меня одного. Но? Никаких но!
Николай Иванович, Шахматов говорит. Это я знаю. Да, это я тоже знаю. А уже нет другого выхода. В этом квадрате спасти их могут одни военные. Да нет там никого рядом из наших. Нет, там одни иностранцы кругом. Ну почему? Я не о себе забочусь. Да нет, не во мне дело уже. Отвечу. Отвечу на любом уровне. Ты понял. Ты умный мужик. Ну, спасибо. Значит, поехали. Угу. До свидания. Только что передали. Позовите их, пожалуйста. Что решили? Флот сделает свое дело. На то он и флот. Если не поздно. Будем ждать. Хотел, чтобы напротив меня сидели настоящие кремневые мужики. Были когда-то такие в моей молодости. И в этих стенах были. Если что умею, от них научился. Дорого они иногда платили за свою самостоятельность. Да. Я их тоже помню. Не любили они тебя. За силу не считали. А потом оказывалось поздно. Вы вот мне сейчас прямо в глаза говорили, что я во всех бедах виноват, может быть, слишком большую власть взял, не мне судить. Только откуда ж эта власть? Вы же мне сами ее отдали. Ведь я вас каждого поштучно подбирал. В Москве каждый из вас ту же квартиру, деньги, положение, все бы имел. Я вот вас
из-за жены к себе домой не приглашаю, а посмотрели бы, как я живу. Шофер Сенька смеется, вы бы, говорит, Николай Леонтьевич, гарнитур, что ли, купили? Вам достанут. А я знаю, что на моем клеенчатом диване так и помру, потому что веры у меня другой нет. Здесь одно говорить, дома другое. Здесь к мировой революции призывать, а самому с женой, дачей и квартиры барахлом набивать, детей жигулями одаривать. Ты намекаешь, что я своему Алёшке машину купил? Только тебе ведь никогда не понять, что такое на старости лет сына заиметь. Вот-вот. А люди-то видят, все видят. А мы не монастырь с тобой строили, не схиму принимали. Страшно вас одних-то оставлять. Ну, только мне уж недолго осталось. Хорошо, хоть подноготную о себе услышал из ваших уст. Неужели же и народ, так же, как и вы, про меня думает? А какая ж нам сила партии дана? Какая ж ответственность перед людьми, ну, перед той же Ломовой? Зачем же ты так, Николай Леонидович? Сам начал. Я же знаю. Чего вы не знаете? Устал я. Сколько лиц перед глазами. Кажется, руку протяни. А они как живые. А живым только край наш остается. Ясный, зеленый, могучий. Какие там к черту Франции. Ну, давайте. Давайте, вы молодые, образованные, ни ошибок, ни грехов за спиной, давайте. Только не дай вам Бог, если что случится, когда без сверхгероизма не обойтись, так ведь народ придет и прямо спросит вас, а те ли вы люди, чтобы в трудное время нами командовать? А что тогда вы ответите, а? Или будете опять искать, за чьей спиной укрыться? На кого вину свалить? Нет. Что нет, Михаил Иванович? Не будем прятаться. Я не должен был кричать на вас, Николай Леонидович. Да, конечно. Все люди. Все разные. Безразличные, равнодушные и иногда удивительные. И у каждого свой смысл, свой мир. Но кто-то же должен любить всех этих людей. Обязан. Любить это, конечно, это необычайно трудно. Но очевидно, это-то и есть главный, верховный труд человека, партии.
А если не можешь любить, тогда действительно имей дело с железками. Я понял. Я понял. Простите меня. Простите меня. Да что с тобой, Михаил Иванович? Слезы, что ли? Михаил Иванович. Как я вам в глаза посмотрю, если... Не надо. Я ведь тоже, как они, морячка. И отец у меня был моряк. И муж тоже. И сына знала, куда посылала. На что? Радиограмма. Греческий рыболов Бейкос поднял на борт двухместную спасательную шлюпку с надписью «Челюскинец». А люди? Там дежурный врач. Михаил Иванович, Москва передала. Москва одобряет решение Шахматова, связанное с Челюскинцем. Это вы запрашивали Москву? Я. Угу, понятно. Одобряет, доверяет бюро и кадровые вопросы тоже. Об этом в телефонограмме ничего не сказано. Не все пишется, что... подразумевается. Подразумевать больше нечего. Надо бы людям что-то сказать. Сейчас решим. Идите. Идите. Так уж полагается почтить. Садитесь, товарищ. Не могу поверить. Мы ведь с Ванькой Трояном с детского дома дружили. На флоте вместе служили. Вы представить себе не можете, что такое в детском доме старшего брата иметь. Вспоминать потом будете, Юрий Васильевич. Михаил Иванович. Там на площади неспокойно. Что прикажете? Я готов ответить хоть здесь, хоть пойти туда, на площадь. Я пойду к ним.
Я знаю, что мне делать. А вы что это сидите, как в воду опущенные? Выше голову. Все еще возможно. Все еще возможно. Так, товарищи, здесь, конечно, не все, но я полагаю, отсутствующие члены бюро крайкома нас поддержат. Вынесем разговор на пленум, доложим в Москву, но общее мнение сейчас выразим. Первое. Предлагаю, товарищи, за противопоставление себя бюро крайкома, за несвоевременное принятие мер по спасению Челюскинца, объявить Шахматову Михаилу Ивановичу строгий выговор с занесением в учетную карточку. Второе. Предлагаю, товарищи, обсудить вопрос об отстранении Шахматова Михаила Ивановича от должности первого секретаря крайкома партии. Надо бы динамик включить. Может быть, что-нибудь услышим? Включил? Да. Ну, теперь выключи. Смотри, смотри, как Шахматов-то идет по площади, словно 20 лет сбросил. Все равно бы на это место сел другой. Нет, не ты, Юрий Васильевич, ты все-таки младший брат, так? Им и останешься. Ты что ли старший-то? Троян. Ага, вот. Умный ты, Герман Александрович. Ну что ты за человек? Я земной, жизненный человек. Где Синилкин? Нельзя было его одного отпускать. Что-то с ним. Что-то не то. Разрыв сердца. Распорядитесь. Распоряжайтесь сами. Будьте вы прокляты. Здесь капитан Челюскинца, Троян. Михаил Иванович, вы слышите меня?
Судно не только на плаву, но работают уже две машины. Пожар потушен. Можем идти своим ходом. Михаил Иванович, спасибо за доверие. Люди показали себя с героической стороны. Вы слышите меня, Михаил Иванович? Мы можем идти своим ходом. Михаил Иванович, вы слышите меня? Все в порядке. Недельки через две будем дома. Почему не отвечаете, Михаил Иванович? А, Михаил Иванович? Вы слышите меня? А почему вы не отвечаете, Михаил Иванович?